Yeah.
тебя чуть-чуть как ух. Это был гамбит. Еле-еле, вот, Коля. Ну не еле-еле, пол мяча. Не, не, сразу, но чуть-чуть. Треть мяча. Yeah.
идет 2-0. Там было сложно. Черненко еще играет, по-моему, играл. Злорадо, хорошо играет. Ровно. Лево ведет или справа? Лево? Перед двойником сделал. Перед четыре. А? Спасибо.
Нет. Меньше. Сердце.
Карбиной. Астахова ведет 3-1. Астахова ведет 3-2. Thank you.
15. Она ведет 4-3. Дай предупреждение одно, пожалуйста. Конечно, не посчитайте, судья, давай. Конечно, понизим, это можно. Ну что, да, еще и зрители попросите. Да, но я говорю, что в любительских это не раз не было. Просто там, например, вот так вот.
ходить, так же это... Thank you.
ровно. Почетно. Пошел на торт. Ноль.
первая подача. Атаковать и все.
А без атаки ты проиграешь, она тебе кидает, она тебя закидает. Не, я понимаю, я вначале закидает. Атаковал только, ошибалась постоянно. Мне надо сперва немножко перестреляться, а потом... Больше слева выбегай. Нет. А ты чего играл? Чё ты играл? Что это было? Что-то было. Не доходишь до мяча. Или падаешь. Я же пасы перекручиваю. Вот сейчас она начнет тебе пасы направо ходить. Это понятно. Да у всех одно тоже. Я потом тоже разыгрываю. Когда люди догадываются, что надо делать, что идет сразу. Просто плотнее сразу играй. И когда ты начинаешь чуть-чуть откидываться, потом тебе не ударит. Первый, второй, третий, четвертый, пятый ты уже не ударишь. Да нет, ну на самом деле я вроде откидываю назад, жду, когда она покороче сыграет, тогда уже пробиваю. Мне испанцы так учили, пока я здесь. Испанская академия тенниса. Мне рассказали все секреты. Испанцы варанчи? Нет, это хладанцева нет.
кстати.
кафе. Thank you.
Стаса Мэнька. Похожина ведет 2-1.
40.
смотрел, там он полили, так хорошо у них выглядит. Thank you.
40-15.
молодец, 4-3.
5-3. Thank you.
Come on!
Thank you.
Надо что-то экстренное вкалывать. Это пока.
Вода есть у них, да?
Давайте водичку. Да. Сейчас наградить. Сейчас наградить. За второе место всего. Второе место у нас тут. Встретите сразу. Что-то сколько сейчас? 5-0. Раньше надо было. Да, конечно. Надо. Что же? Девушка так играет, еще команда, еще красивая. А вот он массажист, которого искали. Так красиво, так все было сделано, что я подумал, мне везет. Вот сейчас как раз на это. А где надо? Где тянется? Обе. Обе? Я не везет. Да, я такой вообще. Да.
Thank you.
где играешь? Ну, я тут турниры по выходным, а по будням там в центре. На Никит Роуз. Ну, тут женщин-то вообще бывает. Играющих, мне кажется, Турниров, только вот не в турнирах, которые вот, допустим, ну, на, ну, нет, много, по городу уже, то есть, как бы, вот обычный турнир, который, как бы, обычный турнир на Катан.